Опять же, вот оттуда мы пришли. Это строящийся детский майданчик. Такой там, он еще не закончил строение, потом покажу, как оно в завершенном виде. Это у нас пляж, откуда, как я сегодня выяснил, можно просто брать бревна и забирать. И море, закат какой-то очень интересно розовый. Я буду менять постоянно фокус, так чтобы можно было понять цветовое настроение. Вот этот баркас постоянно там находится. Я понятия не имею, что это такое. То ли там кто-то живет. Ну вот сколько мы здесь живем, больше месяца, он там постоянно. Эла, а ну залезать хозяина, залезай, залезай хозяина.